школа «Унисон», занятия вокалом, фортепиано или гитарой. Профессиональные педагоги, индивидуальный подход, удобное расписание. Улица Льва Яшина, 6, телефон 61-97-64. Удивительный, волшебный, загадочный, бескрайний космос. Как ты себе его представляешь? Хотел бы оказаться там. О космосе можно говорить много, чем мы, собственно, и займемся. Садись поудобнее и зови родителей. В эфире программы «Наши детки». Я Марго, и у меня в гостях, по традиции, маленькие тольяттинцы. И у меня к ним много вопросов. Космос – это что за пределы нашей планеты Земли? Да, а что там за пределами? Нет, ничего, только одно пространство. Но что-то в космосе же наверняка есть. Другие планеты. Да, еще что? Звезды. Угу. Я знаю, что Белка и Стрелка полетели на Луну. А кто такие Белка и Стрелка? Это первые животные, которые полетели в космос. А как они полетели, знаешь? Нет. Но они на чем полетели? Они на ракете. Да. Ты бы хотела в космос полететь, Настя? Да. А зачем? Что там интересного? Посмотреть на Землю. Это много планет, звезд и метеоритов. Точно. Настя, как выглядят звезды, на твой взгляд? Какие они? Горячие, большие. Точно. Какая самая главная звезда у нас есть? Солнце. Как ты думаешь, мне вообще можно дотронуться до солнышка? Нет. Нет? Кто такой космонавт? Чем он занимается, Миш? Космонавты, они летят на всякие планеты, чтобы их изучать. Угу. Или починить спутник. Говорят, что космонавт – это профессия сложная. Почему? Как ты думаешь? Потому что нужны тренировки, потому что там в космосе очень сложно. Там космонавтам приходится прыгать очень высоко. Угу. И к этому очень сложные подготовки нужны. Они прыгают из своей ракеты и убирают мусор. Убирают мусор? А где они его убирают? Там, в космосе? Да. А откуда в космосе мусор, Ир? Хулиганы их всегда бросают, и вот почему. Что такое космический мусор? Отходы. Точно. А откуда он появляется там, в космосе? Кто-то мусорит там. Инопланетяне? Да. Да, я тоже так думаю. Я недавно общалась с космонавтами, и один из них сказал, что сверху видно, какая планета Земля загрязненная. Представляешь, сколько мусора? Вот откуда мусор берется и в космосе, и вот даже если сверху его видно, как ты думаешь, откуда столько мусора? Ну, люди мусорят, и, возможно, как шарики запускают, они лопаются, и все остается там. Да, ты все правильно говоришь. Ты читаешь много энциклопедий и книжек, да? У меня только книжки. А может, ты все-таки будешь космонавтом? Миш, он такой высокий. Нет. Ты сильный, смелый у нас? Нет уж. Нет уж? Все равно я буду полицейским. Ты бы хотел стать космонавтом? Да. Серьезно? И что бы ты делал? Вот ты космонавт, рассказывай. Я бы полетел в космос и на ракете, которая выдерживает очень горячую температуру и костюм, чтобы я смог походить на солнце. Ну вообще, расскажи, космонавт чем занимается он? Он изучает разные планеты и оставляет там флаг или какую-то машину, да, чтобы она исследовала. Давай представим, что ты космонавт и ты полетела в космос. Чем ты будешь там заниматься? Смотреть на звезды, смотреть, любоваться ими. Любоваться? Да. Ты бы хотела стать космонавтом? Да. Как ты думаешь, какими качествами надо обладать, чтобы быть космонавтом? Вот каким человеком нужно быть? Храбрым. Точно. Еще каким? Смелым. Угу. Не бояться высоты. Он должен выдерживать нагрузки, крутиться на одном месте очень быстро. А какие у нас животные летали в космос? Белка и Стрелка. А это кто такие? Это собаки. А кто ракеты управлял? Белка или Стрелка? Белка. Белка. Кто впервые полетел в космос? Юрий Гагарин. Он полетел 12 апреля. Да какая ты умница. Он, кстати, вот здесь у нас есть. Видела? Он всегда рядышком с нами. Нам в школе рассказывали то, что он полетел в 61-м году. В
совсем молодой, юный такой был. Угу. Он был летчиком-испытателем. Точно. Он облетел Луну. Он Землю. Все правильно. Как думаешь, в космосе есть живые существа? Там кто-то живет? Думаю, да. Кто? Инопланетяне. А как они выглядят? Представляла себе когда-нибудь? Да, зеленые, одни головы, один глаз. Не очень красивые, да? Не симпатичные. Да. Большие, что ли, они или маленькие? Маленькие. Маленькие. Средние. Какие еще планеты ты знаешь, кроме Земли? Венера, Марс, Меркурий, Уран, Юпитер. Марс, Луна, наша Земля, Венера, Солнце. А когда звезды падают, почему мы загадываем желание? Как думаешь, это что, волшебство какое-то? Да. А ты какое желание загадаешь, когда в следующий раз увидишь звездочку падающую? Платьишки какие-то. Платьишки. Почему звезды падают? Они там что, не держатся вообще? Они там, это комета прилетает, которая между там над землей вот так вот она прилетает. Вообще рассказывай, что ты знаешь про Луну. Она полностью белая. Там нечем дышать. И она там. И там очень высоко прыгает. Как выглядят звезды, Настя, на твой взгляд? Какие они? Я думаю, крупные, как метеориты. А что такое метеорит? Ты все знаешь, расскажи нам. Это такие звезды. Звезды, когда падают, это так-то метеорит. Когда он падает, он сгорает. Я думаю, они горят, потому что они сделали такую защиту, чтобы люди не могли добраться до них. Как думаешь, до звездочки можно дотронуться, если долететь на ракете? Нет, она большая и очень горячая. Очень горячая, можно обжечься, да? Да. Мне недавно удалось пообщаться с космонавтами, представляешь, с настоящими. И я их спросила, что вы там кушаете. Вот я тебе обязательно расскажу, но только ты вот сама предположи, что кушают там космонавты. Я думаю, что они там кушают пюре, котлетки какие-нибудь. Кто им там готовит? Инопланетяне? Нет. Нет? Инопланетяне повара. Было бы неплохо, да? Кушают из чубика разную еду. А как у них, ты же знаешь, да, там невесомость? Да. Они летают. Как у них еда никуда не выплескивается? Они в чубике. И просто пьют? Да. Да? А как они супчик там кушают, интересно? У них не выливается он? А у них вообще есть суп? А, я не знаю, есть ли у них там суп. Я вижу на тебе Бэтмена, да, футболочка? Как ты думаешь, а Бэтмен летал в космос? Он может своими крыльями долететь туда? Нет. Почему? Он же герой. Потому что у него нужна большая сила, чтобы долететь, а на крыльях невозможно долететь, потому что там нету воздуха, и он упадет. Я желаю, что у всех, кто работает в космонавтов, чтобы все получилось. Я желаю своим одноклассникам, друзьям, семье всего самого хорошего и чтобы все мечты исполнялись. Друзья, родственники, я желаю вам счастья, здоровья, чтобы у вас было все хорошо. Чтобы они счастливы были, здоровы и сильны. Не выкидывать мусор на улице. И вести себя хорошо. Что же кроется под красивым и загадочным словом «космос»? Это огромное пространство, которое окружает нашу планету. Оно бесконечно, в нем движутся звезды, кружатся планеты, двигаются кометы. Давайте беречь нашу планету. Она у нас красавица. И, конечно, больше изучать космос. С вами были наши детки и я, Марго. Пока-пока.